В штате Теннесси христиане митингуют против однополых браков. По призыву объединения американских пасторов, сотни христиан сошлись на митинг под девизом «Стань на бой за правду» в столице штата Теннесси, городе Нэшвилле, чтобы выступить за свободу совести. Митинг был созван как ответ на решение Верховного суда США, разрешившего однополые браки, и протестующие христиане потребовали, чтобы государство приняло определение брака как союза мужчины и женщины, сообщает Christian Post. Митинг, который посетило не менее 400 человек, состоялся перед зданием законодательного собрания штата при участии представителей объединения американских пасторов. На митинге выступали верующие американцы, пасторы и законодатели штата. Выступили и несколько официальных представителей властей штата Теннесси, в том числе республиканец Марк Поди, рассказавший о новом законопроекте под названием «Акт штата Теннесси о защите естественного брака», который уже внесен в законодательное собрание штата. Если этот акт будет учрежден законодателями, то он обнулит июньское решение Верховного суда, легализующее однополые браки. В новом законопроекте говорится, любое судебное решение, подрывающее основу естественного брака, признается неправомочным, недействительным и недействующим.